Биржа Bitstamp собрала 1 300 000 долларов на краудфандинговой кампании. Деньги были получены за несколько недель до конца кампании. Bitstamp собрала 1 365 000 долларов из запланированных 1 200 000. Сооснователь и генеральный директор Ник Кодрик сообщил, что финансирование пойдет на расширение новых рынков и внедрение услуг на существующей торговой платформе.